Российские регионы в снежном плену. В Башкирии на трассах застряли десятки автомобилей. Эвакуированы около 130 человек. Их размещают в пунктах обогрева. Сейчас погода в регионе постепенно улучшается, снегопад стихает. Это позволило открыть для проезда некоторые участки дорог. Но автомобилистам по-прежнему советуют воздержаться от поездок за город. В Оренбургской области, по данным на этот час, эвакуированы более 80 человек. 12, половина из них дети, из-за сильного переохлаждения понадобилась помощь врачей. Они госпитализированы. Снегопад, правда, не такой сильный. Пришел и в столичный регион, на дорогах очень скользко. ГИБДД призывают водителей быть осторожными и соблюдать скоростной режим. Метели не только в России, в Казахстане. Из-за плохой видимости и заносов закрыты несколько трасс. Похожая ситуация в Грузии, Абхазии. Высота сугробов в прибрежной зоне достигает 1 метра.